И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и подписчик. Сегодня мы играем в Case Animatronics 2. Подписчик будет играть за аниматроника, а мы с Димончиком будем пытаться выжить. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Ребята, если вам нравится, как танцуют аниматроники Диман, ставьте лайкосик. А мне очень нравится, я даже сам себе лайк поставлю. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Блин, Диман, тоже хочу потанцевать, какой кнопкой? На Б английскую. На Б, Б, Б. Нормально, нормально. Так мы зашли играть или танцевать? Не, ну нормально танцую, мне нравится. Я еще жопой махаю так. Сейчас все серии будут танцевать. Ладно, все, потанцевали и хватит. Что, будем пытаться выжить, да? Ой, су, уже стал невидимый. Только, Кэт, не убивай нас сразу так быстро, да? Короче, пускай стоит здесь, а мы пойдем уходим. Да-да-да, давай, Димончик, уходим. Подожди, за кого я играю, я еще не понял. Как можно дальше отбежим, и потом тебе скажем. Да-да-да, побежали. Ну все. Давай, побежали за мной. Давай, побежали за мной. Так, а где мы находимся? Так, это что у нас? О, нам сюда. Это что у нас? Это тоже сюда. Нет, это уже не сюда. Давай сюда. Так. Все, Кэт, ты готов? Да. А, да, он готов. А, ну он готов, в общем. Давай, начинай, ищи нас. Мы тут уже спрятались. Так, Димас, Димас. Я здесь, я здесь. Наша задача это сейчас найти покушаться. Покушаться? А тут же ж нема голода. Ладно, я шучу. Кстати, тут можно заныкаться неплохо так, да? О, да. Прячься, иди сюда. Аккуратно, у тебя башка будет выглядывать, чтобы смотреть вот, вот, вот туда. Вот так вот, да-да-да. Отлично, отлично. Вот это круто вообще. Тихо-тихо. Вот где-то далеко. Туши фонарик. Блин, ничего не видно же. Ладно, Диман, пошли. Слышишь, кто-то там лапками своими перебирает? Да. Это что за лапушонок? Может, он по потолку бегает? Не знаю, где он там бегает, но мне это не нравится. О, Димон, прикольно ты сделал. Ну-ка, а что ты думал? Погнали, Димас. О, я его долбанул. Димас, прячемся. Беги, 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 беги. Димон, беги! Вырубил, Димон, вырубил! Беги! Все, сидим. Тиши, туши фонарик! Фонарик, Димон, туши! Ну что ж ты, Димон, фонарик-то не выключил? Вы проиграли! Так, Димончик, могу сканировать. Это наша территория, я пока что буду тут за ним... делом. Он к нам идет, Димас! Беги! Вон, вон, вон. Прячемся. За мной, Димас. За мной, Димас, ты идешь? Ты здесь что там угораешь? Ты что там угораешь? Он танцует! Где он потанцевал и ушел? Да? Я не понимаю, как моим персонажем играть. Ты должен стрелять просто и локатор. И вот правую кнопку держу. Да что он? Нет, не работает. На мне! Ребята, мы играем втроем. Надеюсь, мы затащим. Будем на это выдевать. А что тут за компасы какие-то? Что это такое вообще? Смотри, тут какая-то штука, типа включатель или выключатель света, что ли? Потом, не если знаю. Мы когда. Но оно не рабочее. Короче, когда мы генератор запустим, то тогда это свет типа включит. Погнали. Так, ну, давайте мы вместе, мы втроем вообще справимся по-любому с аниматроником. Стоп, вот, стоп. Я мину поставлю, вы там еще что-то. Погнали, за мной, за мной, за мной. Все, бегу. Опа. Сканер есть. Идете, идете, танчики. Я иду, я иду. Это ты, Димас, идешь? Опа, аниматроник попался на мою штучку-дрючку. Отлично. Ребята, все классненько. Ищем ищем этот, как его, трансформаторную. Или что там, я не знаю. Которая свет включает нам.
Ищем отлично её. Объяснил. Димон покемон учитель, все сходится. Так, надо, я думаю, завернуть сюда. Надо подольше поиграть, мы сильно быстро проиграем, что за говна. Тут потому что тупик, нам сюда не надо, ладно. Так. Так, я думаю, нам нужно сюда. Опа. Опа, пойдем за мной. Иду, иду. Идешь? Иду. Бегу это даже. Хорошо. О-о-о. У нас с тобой великие дела, Димас. Должны быть. Так. Сканер, сканер. Сюда. Ты сканируешь или тот челик? Не-не, тот челик, я не сканирую. Понял. Так, нам нужно генератор запустить, я не могу эту штуку открыть. А, дай погоди. Блин, у меня это дергается чуть-чуть, но ничего. Так, тут чувачок. О, вот челик побежал. Все бегают. Чувачок куда-то. Веселенький тут ходит с нами. На ловушку, да, попался? Опять аниматроник? Не знаю, я вот сейчас не знаю, попался ли он. И просто слева значок такой нарисованный, типа. Это он, наверное, вылечился, я не знаю. Так, ну что, давайте, вы там это... Я чиню, Димон. Давай. Хотя у меня реально есть чем стрельнуть. Ну, я там поставил ловушку. Понял, понял. По идее, мы должны справиться. Отлично. Вот. Давай, двигай жопу своей, давай сюда. Бегу. Так, там чувачочек уже там тусуется. Тусняк отлично. У него уже там мощный. Отличненько. Стоит машет нам. Пацаны, вы где уже идите? А как махать? На Б, наверное, тоже так же. Так, давайте. Димон, мне видно пистолет в руках? Да, видно. Офигеть, смотри, тут какое большое помещение. Воу, я тут ни разу не был, это кинотеатр. Да, круто, кстати, очень. Во, отлично. Смотри, как красиво Димон стало сразу. Да, согласен. Так, ну, не знаю, что нам сейчас делать. Вы меня защищайте, потому что у меня ловушек больше нет. Вижу аниматроника. Он там что-то где-то бродит, ходит. Давай, короче, сюда бежим. Бегу, Димон. Давай я, короче, тут взламываю, ты меня прикрывай, у тебя потому что пекаль. Давай пекаль со своим тут. У меня просто ловушки закончились, мне уже нечем ставить, я не смогу никак охранять вас. Умеет это очень стрелять. Ты охранник мой. Да, кстати, когда мы бежим, я тебя догоняю в бегу. А, да? Потому что я медик. Вот, что, будем сбегать? А мы что, сбежали вот так вот, и все? Так, ну что, Димас, начинаем тогда. Я также медик, Димас. А я также тот же челик. А да, не, у меня какой-то другой теперь челик. Трилок, у меня спутник есть. Это сканировать, не? Давай, короче, будем теперь скрытностью играть. Я там не могу пройти, Димас, не могу я там пройти. Тихо. Слышишь? Нет. Давай, жопу свою двигай отсюда. Ага, там у него троник, Диман, беги! Димас, бежишь? Я убежал, Диман. Короче, тут аниматроник перегрелся. А где ты, где ты? Вот, я вот. Перегрелся, он там встал, короче, стоит, перегрелся там. Нормально, батарейки, говорили, поменяли, дешевые батарейки, поставил от Nokia какие-то. Бегим. А у меня вот значок такой, челик, типа челика кидает, это что означает? Челика кидает, не знаю. Но звучит очень не, в этой классно, комнате стрёмно, Димон, мы здесь и умрём, наверное. Да? Давай. Да сидишь кириться, смысл, если мне есть чем стрельнуть. Ну, а у меня есть чем поднимать тебя. Понял. Как бы все сходится, да? Как говорится. Вот да. Он ловушку на мою, что ли, поднял, попался. Блин, музыка такая стрёмная играет фоновая. О, да, тут вообще атмосфера. Так, мы тут вот что, были, не были, непонятно вообще. А, ищи, тут может быть что-то.
Может быть что-то. Еще. Я его ударил, беги, Димон. Беги, бегу, бегу, бегу. Так, я, Димас, захавался тут. Я тоже. Так, теперь я могу опять стрелять. А я могу мину опять ставить. Отлично. В общем, теперь в этой штуке тут нету ничего. Нам... Ой, что это такое? А2 это что-то. О, ты что взял? Как картошку. Картошку? Картошку. Так, смотри, я что-то нашел. Давай. Не, давай я лучше. Давай, давай, я, давай, Димон, если что, я стрельну, давай. Не, только не стреляй, потому что у меня там еще мина стоит. Я знаю, если с этой стороны будет идти. Сначала он на мину попадет, а потом ты в него тогда уже выстрелишь, понял? Если что, да. Да. Ух, блин, тут вообще опасно. Есть, о-о-о. Димон, отлично. Так, а теперь побежали куда-то. Куда-то. Куда-то сюда, погнали. Бегу, бегу. Я немножко тут не вдупляю, куда нам идти, но по идее сюда. Так, по идее, да, сюда. Димон, так быстро? Меня потом оживишь. Да-да-да, Диманчик. А, не, у меня полностью, походу, убил. Димас, у меня, походу, полностью завалил. Нельзя полностью валить. Димас, какой-то это спрятался где-то, да, я так понял. Угу. Ты меня сможешь потом оживить, нет? Или не сможешь? Вот это жесть, вот это он нас напугал. Димончик, я за ним иду. Давай, ищи этого аниматроника. Есть, Диван, есть! Беги! Если он попался, он сзади! Беги за мной, быстрее, рано. Бегу со всей силы, Димон. Блин, я когда упал, у меня карточка выпала. Ты ее подобрал? Ты подобрал ее? Нет. Блин, нам еще за карточкой возвращаться. За зеленой карточкой. Блин, голубая стрёмная. Карточка пишет, надо. Блин, стрёмно вообще. Вон он жить. Стоит там. Где, где? А, нет, то опять мне фонари, кажется, что это сдалека он, вечно глаза. А ты фонарь двойной. Блин, ребят, очень напряженный момент. Мы должны затащить. Блин, я так испугался! Жесть! Классно у нас Димон подождал, классно. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока!